В общем, всем привет, мои хорошие, мои любимые. На зависть всем врагам, на радость людям, мне прислали вот такую огромадную просто посылку из Канады. И скажу честно, я уже отвык от посылок. И вот когда она пришла, я прыгал, как маленький ребенок, честное слово. Мне приятно, мне насрать, что вы не будете обсирать. А Томас подавно насрать. Да, Томас, Томас будет сейчас радоваться, и я тоже. Я думаю, что хорошие люди порадуются вместе со мной. А прислала мне ее Исанна, это женщина. Из Канады. Вот такая посылка пришла. Тут очень тяжелая. Лезешь, подлез. Лезешь. Ой, гляньте. Торонто. Мама дорогая, гляньте, какая красота. Ой, боже, Самвельчик, привет тебе из Торонто. Спасибо за позитивные видео, которые поднимают настроение, не дают скучать. Хотим пожелать тебе творческих успехов, побольше интересных проектов, насыщенной яркой жизни. Оставайся таким же искренним и позитивным. Удачи во всем, с благодарностью твоих зрителей. Исанна и Тарас, боже, Исанна, спасибо вам огромное. Вот и такая открытка. Так, тут первым делом, боже, вот такая сова, гляньте. Вставал висить на ветке и звездочки. Это, наверное, под тарелки на кухню. Да, и тут не написано, для чего это. И вторая такая сова. Две совы. Куда ты, падаль, лезешь, мами? Куда ты лезешь? Вот такие салфетки красивые прислали. И, кстати, вот тут это кленовый листочек. Это символ Канады. Клен. Там королева Великобритании символ и клен. Тут кофта с логотипом хоккейного клуба Торонто Мейкл Лифс. Лифс. Лиф. Лифчик. Мейкл Лифс. Они играют в НХЛ. Переводятся они как кленовые листья Торонто. А, вот оно тоже клено. Куда ты лезешь? Мейпл Лифс. Боже, гляньте, как... Боже мой. Акуліна дурочка. Ой, ну як не радуватися, я не знаю, як от люди добрі не радуються. Боже, яка красота, гляньте, яка кофта красива. Томас, я зараз все одіну. Все. А тебе нема. Гляньте, прям мій розмір. Так, Ісана і Тарас, ви угадали. Гляньте, люди, яка красота. Я, звісно, куку Маруся, ну нічого. Гляньте, як класно, боже. Ой, люди добрі, яка красота. Мене радості нет предела. Вилазь. Хай мене люди судять, хай не судять. Мамулі, гляньте. О, матька моя. Божечки. Це юбка. Це точно. А ні, це кофта. Ой, боже, яка кофта, гляньте, така. З бретельками. Куди ти лізеш? От уже чудовище моє. Сиди отам. Вот такая красивая кофта маме. С рукавом. Ой, маме вот это хорошо. Как раз с рукавчиком, легенько. Она закутается, будет сидеть. И такой шарфик маме. Вот такой. А нет, это тоже кофточка. Гляньте, какая прозрачная, как у шеф. Как у шеф кофточка. Маме такая жива. Спасибо громадное. Обязательно передам. Мама там будет рада, как не знаю. Боже, сколько тут всего. Люди добрые. Так, це мамина. Це така чашка, гляньте, все з символом Канади. Боже, Ісанна, Тарас, спасибо вам велике, що тут сказати. Ось такий це Ніагарський, мабуть, водопад в Канаді. На, хоч шапку сніть. На голові кленовий лист. Ось така от водопад Ніагарський, мабуть, я так думаю. І ось така чашечка, і теж тут як Канада, кленовий листочок нарисований. Так, тепер. Та дурко, іди глянь. Сидишь там в пакете. Нашел счастье себе. Боже мой, это ананасы вырезать и кольца делать. Правда, ананасы такие дорогие. Теперь ананасы. Теперь шлите ананасы. Ой, ну я не знаю, я рады. Глянь, такая штука. Это такая штука, вырезать ананасы. Ой, это вообще. Это же дорогие заразы, если ананасы наберешься. Я куплю, вырежу, покажу, как оно вырезается. Мне тоже интересно. Спасибо огромное. Ой, тут Алексею, гляньте. Игорь есть. Боже мой, спасибо огромное. Боже, гляньте, какая красота.
Отака футболка з Канади, логотипом, это Алексею. Так. І тут ще Алексею, от карти з Торонто, Алексей колекціонує їх. Так, Ігорьку. Ігорьку точно така футболка. Ні, не така. Не така. Зась, отака. Отака немножко друга футболка. І іди отсюда. І отакий брілок. Це Канада, мішки канадські. Медведі. Боже, скільки тут цього, люди добрі, це кошмар. Томасу! Іди сюди. Утирок, іди сюди. Іди дивись. Томасу. Айс помордяки, Томасу. Оце Томасу такий лоточок. Я не знаю, за чим це. Господи, Томас. Конь троянський, а не Томас. Ти конь троянський. Іди сюди. Томасу отака мисочка. Отака мисочка красива, гляньте, яка красива-красива чашечка. Це буде для рибки тобі. І отакі дві миші. Це в них швидко. Швидко на той світ відправи мишок. Томасу ще щось треба. Томасу дали консервочки такі, звісно. Це вкусні, да? Ось такі консерви, кошачий корм. Спасибо, кошачий. Жирна вже свиня, жирна свиня. Жирна така свиня. Це такий блокнотик і ручка записна, це мені подарили. Це не знаю, що, зараз я гляну. Що ти сюди дивиш? Ой, гляньте, така та сама. Це, мабуть, знаєте що? Ілі ложечку ложить грязну, ілі чашечку ставить, от що там десь двох. Ілі це просто сувенір. А, це просто сувенір, мабуть. Ілі ложечку, ілі чашечку. Спасибо. Боже, мама дорогая. Боже, гляньте. Боже, і Санна Тарас, ви сказились, ви що? Гляньте, який світер красивий. Боже мой, гляньте, люди добрі. Така красота. На молнії, боже, як я люблю. Зараз цього надіну. Зараз ми надінем. Тра-та-та-та-та. І отака футболка. Гляньте, яка. З длинним рукавом. ММ, М плюс М. М плюс М. Я собака, я і шейка. Ось так будь недовольним, скажіть. Ну, на рог вираз, що з ним робити? Гляньте, як на мене шито. Тільки, вроді, як женської сторони застежка. Ну, нічого страшного. З цієї сторони. Може, в Америці наоборот, в Канаді. Може, в Канаді наоборот, я не знаю. Ось така, гляньте, прямо на мене. Все, і по рукавам, і везде. Це ж треба так угадати. Спасибо огромне. Вообще. Боже, рубашка, футболка. Люди добрі. Мене ті футболки присилали позасирав на мастер-шефі. То повигорали, то вже гляньте, яка красива, боже. Така ніжна-ніжна наклейка Канада. Ніагара Фал. Фалс. Это вот Ніагарський водопад, мабуть. Красиво. Спасибо огромное. І така от рубашка. Боже, вообще, в мене нема слов. У мене просто нема слов благодарности. Спасибо огромное. Я не знаю, що таке. Томас. Підожди.
Ой, глянь-ка. Как вкусно. Blue berries. Это blue, голубая. Это голубика. Голубая. Голубая. Лесбиянка. Да что ты лизешь, господи. Соскучился за посылком. Укуси. Глянь, вот это такие, это пранда. Это орешки, наверное, какие-то. Или мюсли, или орехи. С шоколадом. Боже мой. Сюрприз написано. Там вся посылка сюрприз, ты шо? Она тяжеленна. Надо мерять. Тра-та-та-та-та. Сейчас померяю. Наверное, надо на трусы померить, потому что оно прозрачное. Сейчас, 2 секунды. Подождите. В общем, вот такие трусы. Они трошки, конечно, как панталоны такие свободные. Я такие не ношу, потому что нельзя такое носить. Надо что-то потеснее. Спасибо огромное. А ты что лазишь, пока меня нема? Мерзавец малый. Так, дальше. Вот такие что это? Боже мой, гляньте, это жвачки, Трident. Боже, цілий блок, 24 упаковки жвачок. Люди добрі. Капець. Жувати, не переживати. Це я не знаю, що таке. Так, це сушені манго. Це сушена манго, засушена манго. Я таке не бачу, щоб у нас продавалось, по-моєму. Тільки якщо цукати. Куди ти лізеш? Глянь, така чудо яке. Ось такі от длинні якісь, як ліпешки. А, пахнуть. Ось таке лізеше. Будеш кушати? На. Звісно. Канади, щоб не пожрати. Сожрав. От тобі все. Мамулі. Авено натуралі. Натурал, це активе. Якийсь активе натурал. Я не знаю, що це таке. Делі Латіон Хандранде. Хандранде, яке це, гляньте. Так, от это я не знаю, що таке активи натуралі. Лотіон на хандранде кватіден діене. Може хто понімав? Боже, гляньте, це канадський кліновий сироп. Боже мой, мапл сироп. Малпе. Малпе це кльон. Сироп дерабле. 1 літр кльнового сиропа. Знаєте, який він дорогучий, цей кльновий сироп? Обязательно я зроблю панкейки і сім от з таким сиропом. Боже мой, яка прелість. Прям кувшинчик отак раз наливаєш і все. Що ти там облапашуєш, поки мене нема? Що ти там обнюхуєш? Это Рошен, наверное. А, нет, это ли... А, нет, Рошен. Рошен, то Порошенко. 900 грамм, такие конфеты. Вишня, наверное, в шоколаде. Такие конфетки. Ой, вкусно. О! Ага. Я отправлю в Канаду, хай тебе кормят. Трутня тако. Боже, гляньте, вот такий шоколад. 70% какао, упаковка шоколада. Боже мой. Боже, гляньте, M&M's, Bounty. Все в кучу. Вот така коробка громадна. Гляньте. M&M's, вот такие маленькие, гляньте, как прелесть. Вот такие маленькие сникерсы, я такие не видел даже, конфетки сникерсы. Настоящий сникерс. Иди отсюда, дай вытяну. Томас! Получишь по шарабану.
От що тут сказати? Когда вот тут сколько шоколада. Гляньте, ціла упаковка. Ціла упаковка снікерси. І прочее остальне. Марси. Снікерси. У мене нема слов. Фаворити. Кіло 560. Кіло 560 і таких конфет. Тома, що ти кончаєшся? Мейлтон сироп. Труси на мені, я одів. Труси, да. Піді. З Канади. В общем, Ісана і Тарас, спасибо вам громадне. Огромний вам привіт в Канаду. Я желаю вам щастя, здоров'я, всього-всього самого хорошого. Спасибо, низький поклон за таку посилку, за подарки для мами, для Алексея, для Ігоря, і для Томаса, і для мене. Спасибо огромне, у мене, правда, нема слов. Уже честно, я отвык от посылок, уже сколько как бы не присылали. В общем, спасибо громадное, низкий вам поклон. В общем, у меня нема слов просто. Спасибо. Спасибо вам громадное, спасибо всем-всем-всем. Пока. Вкусная консервочка с Канады. Эх, подлез. Вот кот не злый. Можно лезть прямо в миску рукой, він не куса. Другому коту попробуй так сделать. Покусай, а цей нет. Добрый котик. Жрать тільки любе за троих. Ох ты, мій проголод, ух ты. Спасибо скажи, Сані Тарасу, спасибо скажи.